Всем снова здравствуйте, с вами Айдар95, и это уже пятая часть моего летсплея Minecraft Alpha. Кстати, заметьте, тут такие прикольные случайные надписи появляются в главном меню. Мне они реально нравятся, только я не понял, что это значит. Down with OPP. Ай, ну ладно, давайте начинаем. Что могу сказать? Если я буду фейлиться в своем летсплее, я могу, если что, сделать из бэкапа своего сейва второго мира восстановиться. Я его все-таки сделал, а то я буду бояться, что опять затеряюсь там где-нибудь, потеряю все предметы и все такое. Так, сейчас все нормально. Грузись. В этой части я хочу расширить владение в пещерах свои. И днем я лучше покатаюсь на лодке. Сейчас все как раз сделаю. Текс. Досочка. Ух ты, овца. Но если они не хотят меня отомстить за то, что я с них шерсть собирал. Мне вообще надо бежать, а то они меня сожгут вообще, да? Привет, курица. Ух ты, ты умеешь летать. Я не знал, что курица умеет летать. А, стоп. Они реально умеют летать. Плохая курица, я думаю, вы не умеете летать. Так. Поплыву я туда, пожалуй. Как раз я в прошлой части думал, что там вдалеке. Кстати, совет лучше не ходить по своим гостям, а то затопчете. Так, я лучше не буду к ним подходить, а то все испорчу. Итак, садимся. Как кнопку мыши нажимаем и плывем. Сюда музоны из подводного мира в Марио. Там-там-там-там-там-там-та-дам-дам-дам-дам. Какие красивые квадратные облака. Кстати, хоть и графика такая вся квадратная с низким разрешением, но все равно выглядит все очень классно. Упс. Куды? Эй. Блин. А ладно, пусть там стоит. Короче, тут мы бамбук нашли. Рубим его по-быстрому. Буду, наверное, до декорации использовать что-нибудь вроде этого. Я пока не знаю, что можно из бамбука сделать. Ух ты, какая пещера. А, нет, там, кажется, дальше прохода нету. Ну ладно. Эй, алло. Стоп. Я что, я посадил бамбук? Под водой, блин. А все, забрал обратно. Плывем дальше. Так, поворачиваем. Сюда бы еще какой-нибудь рецепт крафта багги и какой-нибудь другой машины. Потому что хочется все-таки так быстро перемещаться не только по воде, а и по суше. Так, посмотрим, что тут еще есть. Курицы, кажется, прыгают вдалеке, и это овцы. Что они такие активные, блин? Они сидят на месте, прям прыгают по горам. Красивенько, однако. Вдалеке еще деревья видны. Это какой-то другой остров там еще. Давайте туда пока. Ночь еще не наступила. Солнце в своем зените. Ух ты, как быстро движется. И это я движусь. А, это я движусь. Я думаю, солнце так быстро летает по орбите Земли. Ух ты, коровы. Итак, у меня только две шкурки. Я хочу сделать себе броню. Давайте побьем этих... Как бы сказать... коров с огромным именем, блин. А давайте не будем думать про вымени, а то это будет плохо. Упс. Извините, я бью вас по пятой точке, я хотел вас просто убить. Быстро, умирай уже. Отдай мне шкурку свою. Так, еще одна шкурка. Отдай шкурку. Мне где-то нужно 8 шкурок, чтобы сделать себе хорошенькую броню. Так, курицы мне не нужны. Перья мне нафиг нужны. Так, давайте забьем еще свинью. Охота начинается! Жалом так хрюкаешь вообще, прям я плакать буду от жалости. Не, ты не ходил на курсы актерского свинячьего мастерства, ты меня не убедишь. Где мясо, блин? Мясо хочу. Буду деревцем избивать вас. Я пацифист, буду вас деревцем убивать. Ну, отдай. Мясо! Мясо хочу! Где? Ой, плохо. Мясо бы мне... А то питаюсь только одним бамбуком, который собрал. На. Я хочу все-таки шкурку. Отдай мне шкурку, пожалуйста. А ты, сколько у меня шкур? А 6. Еще две. А, кажется, уже кончились коровы. Ладно, цветочки пособираю.
А там... Ну, пожалуй, хватит у кустового дома посадить. Так-то они никакой пользы не принесут все равно мне. Тут, однако, прикольно путешествовать. Если на одном месте сидеть, не так будет весело. Ладно, давайте плывем к своей лодочке. Отлично. Там-та-дам. Ух ты, они умеют плавать еще. Только довольно плохо. Куда? Я вообще откуда пришел? Я уж подзабыл. А, все, вспомнил. Туда плывем. Там-там-там-там-там-там-та-там. Интересно, я не знаю, сколько еще тут островов есть. Тут только на одном я опустился. Тут их, наверное, еще куча. Сейчас сдавлю как? О май гад, я врезался в овцу и взломал свою лодку. О господи. О господи. Ты мне должен компенсацию моральную, материальную платить, понял? Тупой овец. Баран, я не знаю, как его назвать. Ну ладно. Назову овцебык. Блин, овцебык. Ладно. Идем. Ну ладно, я, слава богу, разбился около своего дома. Чё бы ещё сделать? Я даже не знаю. Так, что у нас есть вообще? Гравий, фигня всякая. Даже мяса нету. Неблагодарные свиньи даже мясо мне не дают. Ладно. Посажу ты точки. В память о всех усопших свиньях, убитых мной. Там типа, что-нибудь жалобно там. Аве Мари... Ну, давай, я хочу посадить цветок сюда. Нельзя, что ли? Блин. Укусываю, да он там посажу. Хочу красоту навести сюда. Давай. Цветочек, цветочек, цветочек. Вот такое мое красивое крестечко тут. А, отлично. Мне бы еще какого. Мне еще две шкуры нужны для брони нательной. Нагрудной, я даже не знаю, как назвать. Ну, короче, бронежилеты из-за коровьих кожиц. Вот. Кия, Кия, Кия. Пока. Ух ты, вообще, как ты круто умеешь летать. Даже приземляешься куда пониже. Молодец. Так. Хочу корову реально. Я пока, наверное, еще раз лодку себе сделаю. Да, как раз хватает мне опять. Упс. Блин. Опять я затупил. Ладно, сейчас. Все готово. Еще одна, блин, лодка. Жалко, что не подводная и не желтая. Уже темнеет. Зато я нашел все-таки коров. Сейчас вас пером изобью. Я писатель. Я буду вас пером гусиным бить. Ой, стоп, это не гусиное, это куриное. Ух ты, даже с высоты можешь получить урон, упав. Ну вообще... Поспи с рыбками. Опять драматичный музон. И при том, что я одновременно избиваю коров. Ничего такого одинокого. Ой. Блин, хорошее соло на пианино. Там, там, там. Все-таки дай мне шкурку, 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 шкурку. Шкурку, шкурку, шкурку. Чего? Только одна шкура. Да. Ну, в любом случае, я что-то из этого могу сделать. Ну, давайте не сейчас. И сейчас, я даже не знаю. В любом случае, посмотрим, что я там могу сделать. Так. А что, если я так сделаю? Потом вот так. Я не помню точно рецепт крафта. Вот я так ножки сделал себе. Ну, давайте хотя бы ботиночки себе сделаю. Красивенькие такие. Коровьи. В смысле, шкур коров, да. Вот. Теперь я не замерзну. Теперь пошли. Ух ты, темнотища какая. Бояка-бояка, так сказать. Ладно. Мы идем. Гравий, камень. Хотим железо. Так, у меня еще и... Ух ты, я себе комнату тут сделать. Блин. Я тут, знаете, поставил себе станок, чтобы далеко не бегать.
Так, вот сюда, вот. Пусть будет тоже станок тут. А, отлично. Теперь, если что, потом вернусь и кирку сделаю. Ой, даже возвращаться не надо, тут я уже рядом. Такс. Все, пошли. Нифига себе! О, господи. Только-только начал копать, я уже сразу нашел железо. Какая удача. Какая удача! Еще! Нифига себе. Знаете, тут надо, наверное, мне сделать одну штуку. Называется лестница. Ой, блин, а у меня дигл нету. Я буду плакать. Все, пошел за дигл. Ой, блин, выкинул. Берись обратно, все, отлично. Мне реально нужно немножечко деревца, чтобы взять себе лестницу, а то тут реально у меня внизу прям железо. Ступеньку просто не сделаешь так. А. Блин. У меня тишище же. Как я найду дерево? О нет. Дерево, быстро давай. Где дерево? Чуть-чуть похоже на дерево, я его скубал, что ли, уже и нет. А куда ставить вообще? Ой, я не вижу ничего. Все сюда ставил. А, да, дерево это. Отлично. О нет, земля. Это уже дерево. Собираем. Активненько. А то я хочу все-таки в этой части добавить железо. Ой, добыть железо. У меня даже язык заплетается. Ну, понимаете, зима там. А, насморк, все такое. А ладно, пофиг. Мы все-таки идем. Я собрал... На только 4 деревца, из них сейчас сделаю. Ой, нифига себе, а что у меня тут все это сложено? А, ладно, тогда зато у меня будет намного больше досок для сбора. А. Все, отлично, 24 штуки уже нормально. Пошли. Там. Ой, такая хорошая музыка, вообще не знаю, кто ее написал. Но ночь должен сказать спасибо пианисту, который написал эту музыку. Вообще, атмосфера такая создается классная. Стоп. А я точно все сделал правильно? По идее, вот так должна делаться лестница, блин. И не так. О, господи. Я откуда, блин, знаю? Точнее, я просто тупо не помню. Палка. А, все, спор, надо же палки делать мне. Так. Я забыл, что лестница делается из палок именно. Ладно. Сейчас все-таки привереда... Под названием инструмент для крафтинга мне сделает лесенку. 3 штуки только? Ах ты же один говядин, дай мне еще. Ну еще немного. Все отлично. Хотя 5 штук. Так, потом эти желтые цветы посажу где-нибудь. А пока. Лесенку строим, блин. Кто как? А ладно. Значит. Так. Ну, ставьте уже. А что, не могу поставить сюда лесенку? Да. Что-то не очень. Это не так мне я хотел сделать. Ну ладно. Сейчас попробую еще раз. Значит. Копаем пока сюда. Ну все, мы добыли в этой части первое железо. Сейчас мы его можем даже переплавить. Если вы хотите увидеть, как это выглядит. Ведь хотите? И нет. Блин. Давайте. Концом этой части будет переплавление железа. Если я успею добежать. А стоп, зачем бегать-то? Сейчас по-быстрому сделаю. Так. Фух. Так. Ну, короче, сейчас подбегу. Берись. А, все, взялось. Так, теперь бегом топливо. Я только один угарик нужен, просто чтобы показать. Ну ладно, пусть вот это будет штука. Смотрим. Это конец части номер 5. Мы нашли железо. Все, теперь мы можем более хорошие инструменты брать. Вот и... Ну давай. Сыток железа! Отлично. Такой хороший конец части. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ядарин 105. Наконец-то я добыл железо и сделаю из него сыток. Всем пока.